Практически все обладатели поп-ита сталкивались с этой проблемой. То, что одна сторона хрустит вот так, а другая вот так. И да, иногда вот это вот возвращается обратно. Сегодня я вам покажу, как от этого избавиться. Делайте все так же, как показано на видео. Убираем горячей воды в тазик, в любой. Можно немного поменьше брать, просто я лично взяла такой. Когда вы набрали вот столько вот воды, она должна быть горяченькой, мы погружаем поп-ит под воду. Держим его на дне и начинаем жмякать с двух сторон. Надо делать это очень долго, примерно минуты 3. Потому что с первым своим попытом я так делала, но продержала слишком мало под водой и эффекта не было. Я вам немножечко показала, теперь достаем. Скоро сделаю вторую часть.